Жизнь каждой женщины, как цветок, состоит из лепестков. Лепестки, по сути, у всех одинаковые. Любовь, семья, дети, хлопоты, здоровье, деньги, отношения, увлечения. Мы выращиваем этот цветок внутри себя, тем самым организуем свое пространство снаружи. Мы все едины и очень похожи своими лепестками. Вот только цветы получаются разными. Об этих лепестках моя книга, основанная на реальных событиях из нашей жизни. Получилось произведение из эссе прозаика Марины Муравьевой-Газмановой и стихотворений поэта Олега Газманова.